Друзья, всем привет, с вами команда колесо.ру. И это топ зимних шипованных шин класса премиум. С вами Настя, Дмитрий. Приятного просмотра. Когда вы покупаете шины и вам нужны максимальные характеристики, самые безопасные, самые управляемые, самые комфортные и те самые шины, которые дарят вам максимальную уверенность за рулем, вот тогда-то вы и выбираете в классе премиум. Премиум – это максимальные характеристики, это самые топовые шины победителей тестов, и при этом бюджет вторичен, бюджет не имеет значения. В предстоящую зиму 2024-2025 года ситуация следующая. Есть два бренда. Первый бренд – это Pirelli, который не останавливал свое производство, так и продолжает радовать своими классными шинами. Выпускает две шипованные модели – Pirelli iZero первого поколения и iZero второго поколения. А также Icon, бывший Nokian. Раньше это было Nokian HK-Perita 9, теперь это Icon Autograph Ice 9. Компания, которая пережила ребрендинг, продолжает производить шины на том же самом заводе, в том же качестве. Здесь у нас новые шипы, об этом чуть позже. А также Continental. Да, Continental. Модель Ice Contact 2 можно найти во многих размерах. Они есть в наличии и по привлекательной цене. Здесь на столе у меня не хватает двух шин. Я их покажу чуть позже. Это Michelin и Goodyear. Шины, которые заходят к нам параллельным импортом. Ценник, ого! Но при этом это лидеры рынка, это топовые шины. Когда появляется новая шина, выходит на рынок, она конкурирует с собой же, но предыдущего поколения. Как в этом примере, где Ice Zero и Ice Zero 2. И листая многие буклеты и отзывы в интернете, вы заметите, что вторая шина на 5% лучше, чем предыдущая. С другой стороны, эти шины, когда выходит новая модель, они конкурируют с шинами, которые уже существовали на этом рынке. Помните эту фразу, да? Король умер, да здравствует король. В 2013 году вышла модель Pirelli Ice Zero. Симметричная направленная шина с развитым глубоким рисунком протектора. Глубина протектора 9,2 мм. Это одна из самых проходимых шин в глубоком снегу. Здесь инновационный шип трапециевидной формы с двойным сердечником. И все направлено на то, чтобы шина хорошо гребла и вы хорошо разгонялись в глубоком снегу, на льду и в таких суровых зимних условиях. Занимала 3, 4, 5 место в журналах «За рулем» и «Авторевью» 2013 и 2015 года. Хвалили как раз за то самое сцепление в глубоком снегу, на льду и мокром асфальте. Цена на момент съемки в размере 225-50-17, 12 500 рублей. Из ваших отзывов могу сказать, что шина тихая, хорошо гребет снег, устойчиво на ледяном покрытии. И очень много автовладельцев пишут о том, что шина достаточно крепкая. Влетали на данной шине в ямы на трассе, шина осталась без повреждений. Значит, у нее хорошая твердая боковина. В 2014 году появляется модель Continental Ice Contact 2. Это единственная шина с асимметричным рисунком протектора среди премиума. Это шина, направленная на комфорт вашей езды, но при этом без потерь сцепных свойств. Глубина протектора 8,4 мм. Здесь также очень интересный шип. Большое количество больше, чем в предшественнике. И начинается сражение. Continental занимает первые, вторые места и начинает побеждать предыдущую модель. И она обладала лучшими результатами на льду, снегу, мокром асфальте. Не было замечаний по управляемости, справляется с дорожными условиями города, независимо от того, какая зима у нас суровая, сопливая, мягкая, а также обладает хорошим акустическим и амортизационным комфортом. Все-таки это асимметричная шина. Цена на момент съемки в размере 225-50-17 – 13 830 рублей. Цитата. «Дарят чувство безопасности при движении на трассе даже на больших скоростях». «2017 год.
начало моей карьеры и вообще первый обзор шин на Nokian Hakkapeliitta 9. Как я кайфовал от этих роликов про с этими хаски, это суровая зима, эти суровые зимние условия, знатоки севера и всякое чего. Это был 2017 год. Проходит 7 лет, происходит ребрендинг. И в этом году выходит, по сути, новая шина. Icon Autograph Ice 9, в которой изменились шипы. Шипы отечественного производства, а шиповка, технология шиповки, двойной шиповки все те же. И шина очень крутая. В 2017 году она наделала фурор своей технологии двойной шиповки. В момент выхода в 2017, 2018, 2019 году занимала первое, второе, третье место, отличалась уверенным сцеплением на льду, отличной управляемостью и хорошим акустическим комфортом. Посмотрим, не подведет ли нас Icon. Глубина протектора шины 8,8 мм, цена на момент съемки в размере 225-50-17, 14 360 рублей. Для данной модели это первый сезон, поэтому мы с нетерпением ждем ваши честные отзывы. В 2018 году была двойная шиповка, был крутой Nokian и пришел Мишлен. Маленький стальной шип, 250 шипов в размере 255-16, совершенно другая философия, совершенно другая шина, новый состав резиновой смеси. Начинает побеждать во всех тестах, во всех отзывах, все от нее в восторге, смотрят, как это у вас вообще получилось. Авторевью, за рулем, мотор и прочих независимых изданий. Шину хвалили за отличное сцепление на всех типах дорожного покрытия, асфальте, снегу, льду, а также новой планкой уровня акустического комфорта. Эта шина ведет себя премиально, и это подтверждено тестами. Глубина протектора 8,2 мм, цена на момент съемки в размере 225-50-17, 31 510 рублей. Исходя из ваших отзывов, разгон, торможение, лед, снег, трасса, город, шина везде себя ведет отлично. Также в отзывах отмечают, что несмотря на наличие шипов, огромное количество шипов, шина остается тихой даже на асфальте. Зацеп у этой шины на ледяной поверхности отличный. В 2019 год появляется второе поколение Ice Zero 2 от Pirelli. Философия шины опять меняется. Новый рисунок протектора, огромное количество зацепов. При этом шина гораздо более комфортная для езды вот этими сопливыми мокрыми зимами. Симметричный напральный рисунок протектора. Глубина протектора 8,6 мм. Шип разворачивается на 180 градусов. Если раньше нужно было выбираться из глубокого снега, сейчас все направлено на безопасность и торможение. Многие думают, что когда вы едете на полном приводе, вы в гораздо более безопасной ситуации. Да, возможно, на выезде из сугроба, на разгоне полный привод рулит однозначно. Но вес машины большой, ее нужно остановить вовремя, и это как раз основа безопасности. И философия шины Pirelli Ice Zero 2 полностью разворачивается на безопасность. А также эта шина становится гораздо более тихой. Расположение шипов – особый тип резиновой смеси, и эта шина гораздо более комфортная для езды по городу. Участвовала в тестах в 2019, 2020, 2021 году, занимала третьи места. Хвалили Ice Zero 2 за отличное сцепление на льду, а также хорошие характеристики в глубоком снегу и на мокром асфальте. Заметили, что у шины снизилось сопротивление качению, улучшилась управляемость на льду, а также повысился акустический комфорт. Цена на момент съемки в размере 225-50-17, 15 520 рублей. Исходя из ваших же отзывов, даже после самой агрессивной езды шипы остаются на месте. Это особенность данной модели. Шина также не дубеет даже при самых низких температурах. Проходит 2 года, и появляется новый претендент в России. 2021 год. Компания Goodyear выдвигает второе поколение шины Arctic 2. Она удивляла до этого. Это самый узнаваемый рисунок. Много вот этих вот
резких дерзких треугольников и сам шип треугольной формы. Все это возвращается в новом поколении. Шина очень хорошо ведет себя на снегу. Опять же, тот же самый классный шип, уникальный, сложный в изготовлении. Goodyear Ultra Grip Arctic 2. Модель 2021 года входит в топ-4, в топ-5 в большинстве тестов. И особенно хороша на снегу. Мягкая, комфортная и безопасная шина. Я оставлю вам свой отзыв о данной модели. Я езжу на таких шинах, и я в полном восторге от них. Прошлая зима у нас была чересчур снежная, то есть приходилось выбираться вот из таких огромных сугробов, особенно утром, когда ты едешь на работу. Я на данных шинах ни разу не застряла, поэтому я рекомендую. Выбирая между разными комплектами, те шины, которые, заводы которых представлены в России, это Pirelli и Icon, они дают вам расширенную гарантию. Если вы пробиваете колесо или у вас какая-то внутренний, да, производственный брак, то, пожалуйста, легко это все меняется. Если вы покупаете эти шины, последний комплект, параллельным импортом и вот эта вся история, то гарантия у вас только производителя. И здесь возникают сложности. Выбирая последний комплект на свой автомобиль, я бы подумал, а не взять ли одно запасное колесо? Как совет. И давайте расставим эти шины по порядку. Эти шины все хороши, это все-таки премиум. Но на шестом месте из-за недостатка в размерах, недостатка в остатках, в магазинах и складах, шестое место он занимает Goodyear Arctic 2. Пятое место – Pirelli iZero первого поколения. Как раз именно из-за того, что есть второе, более крутое. Эта шина самая доступная по цене, прекрасно справляется на снегу и занимает у нас пятое место. Четвертое. Continental Ice Contact 2. Да, эту шину можно найти. Да, на нее классная цена. Но при этом она, к сожалению, выпадает в некоторых типоразмерах и недоступна в некоторых городах. Третье место. Michelin XIce Nord 4. Это абсолютный лидер, это победитель тестов, это шина, в которую влюблены просто многие автовладельцы. Единственное, из-за чего мы снизили эту оценку и почему она встала на третье место, это как раз параллельный импорт и цена. Второе и первое место. Первое и второе место. Мы долго выбирали, мы долго спорили. И объявляем, что эти шины достойны обе топа. Первое и второе место одновременно у нас занимают Icon Autograph S9 и Pirelli iZero 2. Только мы отсняли этот топ и ушли в монтаж, появились крутые новости. Мы привыкли уже к новым названиям. Icon Autograph, Icon Autograph 9. И вдруг бац, и на полках появилась Nokian. Та самая Nokian Hakkapeliitta 10P. Чем она так примечательна в шипах? Да тем, что как только она появилась, она в тестах начала побеждать Michelin XIce Nord 4. И это меняет правила игры. Ссылочку на эти шины я оставлю в описании. А как бы вы расставили эти шины по местам, напишите нам в комментариях. 100% каждый найдет какую-то свою. Ну и, конечно, по классике напишите, какие шины мы не взяли топ и какие бы вы рекомендовали и поставили на первое место в топе. Это был топ зимних шипованных шин класса премиум. Подписывайтесь на колесо.ру во всех соцсетях, в которых вы сможете нас найти. Приезжайте в гости в центр колесо.ру. Ровных и безопасных вам дорог. Пока-пока.